Областное радио. Фольклорный ансамбль «Рождество» сегодня в гостях в студии «Радио 54». Друзья, здравствуйте! Можете вместе прямо вот так говорить «здравствуйте». Предоставляется Ольге Гуриной, руководителю ансамбля «Рождество». Концерты у нас, конечно, идут регулярно и каждую неделю. Наконец-то можно встречаться опять снова вживую. Да, это, конечно, очень радостно. Конечно, с ограничениями, но это мы все равно опускаем, потому что в данном случае зрители, которые приходят в зал, как они нас встречают, как они это красиво вообще воспринимают, все душевно. Они соскучились. Это отдельная тема для разговора. Так вот, я про сольный концерт хочу сказать, что он состоится 27 мая и под названием «Когда весна придет», и, так сказать, многоточие. Но тут много чего вложено в эти строчки. Конечно же, эти строчки взяты из определенной песни, из, так сказать, контекст. Я думаю, что мы зададим вопрос нашим слушателям, да, и, возможно, получим положительный ответ. И эта программа, она соткана из песен того времени, откуда эти строчки взяты, пусть это будет небольшой загадкой. Материал очень богатейший, очень не поющий никем и нигде и никогда, подчеркиваю, вот я как интересно. Художественный руководитель. Вот. Потому что, чтобы это спеть, надо уметь, надо владеть, надо знать. Эти фразы сейчас, сами знаете, не очень такие важные. Uh-huh. И поэтому мы хотели бы порадовать и наших постоянных зрителей, и тех, кто вновь придет открыть для себя ансамбль «Рождество» вот этой музыкой, так скажем, эксклюзивной, хотя она, конечно же, звучала в 50-е, 60-е годы очень ярко и выразительно. Кстати, мы да. вообще зимний коллектив. Ну вот я почему и спрашиваю. Нам 26 лет исполнилось зимой, и мы, конечно же, Рождество — это не как зима, это не как Рождество. Это как возрождение, сохранение, это святое отношение именно к музыке, которую мы поем. И я это не для красного словца говорю. Я говорю это как есть по сути. Потому что все, кто со мной рядом сидит, это все, кто либо создавал коллектив, либо 20 лет из 26. Ну, это, наверное, о чем-то говорит. Какие инструменты в ваших руках? Что вы принесли? Да, в наших руках много инструментов. Но сегодня мы принесли, конечно, ограниченное количество. У нас такой спектр, если я начну сейчас перечислять, мы всю программу будем сегодня говорить. У нас сегодня баян, гармонь, контрабас, балалайка. Вот это все в студии «Радио 54». И два билета, друзья, внимание, два билета эксклюзивно абсолютно для кого-то, одного из вас, на концерт, который, напомним, случится 27 мая. Поем песню «На побывку едет молодой моряк». Взлетаем. Девушки вздыхают, мы играем вся ему. Ни при чем наряды, ни при чем фасон, ни в одну девчонку не влюбился он.
Внимание, вопрос. Сформулируем, да? Внимание, вопрос. Я его переадресую Анне Гуриной, потому что она у нас главный затейник и вот этих всех вопросов, и всех ответов. Викторин, да? Да, викторин. Ну вот я еще раз повторюсь, что концерт называется «Когда весна придет». Вопрос звучит так. Из какого кинофильма эта замечательная песня? Вот так, да, тут не надо вариантов. Нет, итак, надо. Из какого кинофильма эта песня «Когда весна придет»? Друзья, пишите, кстати, можно и смски, если удобно, 913-381-0554. Фольклорный ансамбль «Рождество мед» для ушей в студии «Радио 54». А, кстати, мы же... И бальзам для души. И, да, мы же недавно тут разыгрывали два билета на концерт ансамбля «Рождество», да, 27 мая, напомним, камерный зал филармонии, 19:00, когда «Когда весна придет». Кстати, фраза-то эта из какого-то кинофильма. А из какого? Что, из какого-то? Из какого кинофильма Оля Гурина, не Оля Гурина, а Анна Гурина расскажет нам, как же звучит правильный ответ. Этот замечательный фильм называется «Весна на Заречной улице». Да, да, у нас очень много правильных сообщений. Кстати, нет ни одного неверного. А, нет, дело было в Пеньковиче. Но я предлагаю наслаждаться дальше. А чего что будем петь? Можем тянуть? Песня «Дело было в Пенькове» оттуда. Эта песня, это кинофильм, и мы хотим ее... Людей на деревне не спрятаться, нет секретов в деревне у нас. Не сойтись, разойтись, не сосвататься в стороне от придирчивых глаз. Но не бойся, тебя не обидим мы, не пугайся, земляк, земляка. Здесь держать можно двери открытыми, что надежнее любого замка. Садами за пасекой не уйти от придирчивых глаз. Тем, кто держит свой камень за пазухой, ох, и трудно в деревне у нас. Тем, кто держит свой камень за пазухой, ох, и трудно в деревне у нас. Спасибо. Баян Павел Коровин. Вам всегда помогает принять верное решение. Да, ну, конечно, все пословицы, это, можно сказать, где родился, там и пригодился. Вот мы сейчас работаем, мы работаем всегда так, потому что и экспедиции, и все, что мы нажили в свое время за много лет работы, это как раз пригождается сейчас. Конечно, новые формы и так далее, это, конечно, мы тоже, не, они нам не чужды. Но вы смотрите, какое исполнение. Тут слов не нужно. Нет, не нужно. Абсолютно. Не нужно. Ты слушаешь сердцем. Да. А сейчас я предлагаю спеть песню, если вы не против. А в девочке головушка заболела. Гармонь. Сейчас пока наш гармонист, да. Меняет инструмент. Да, у нас, кстати, все меняют инструменты, это тоже нормально. У нас все играют на гармонии. Вот вы сейчас задали вопрос, сколько инструментов? Да. Вы знаете, даже как-то мы не считали. Навскидку даже сразу не смогу сказать. И это не является как бы вот главным. Несомненно, конечно. Это просто для песни, для музыки, для жанра. Вот для этого они используют. Но, опять же, не каждый человек может поменять несколько инструментов. Это тоже очень важно. Ну да, мультиинструменты. И как на них еще сыграть? А вот как сейчас сыграют? Давайте послушаем. Давай. А в девочке головушка. А в девочке головушка заболела. Гуля не захотела. Гуля не захотела. Гуля не гуля не захотела. Гуля не гуля не захотела. В зеленое лесо. Гулочка в зеленое лесо.
еще 27 мая, друзья. На вечер лучше ничего не планируйте. А сразу в камерный зал филармонии в 19.00 концерт, когда песня придет, ансамбль «Рождество». Всех будет очень ждать. Приходите, насыщайтесь этой невероятной энергетикой. Русская народная песня – это просто пилюля. Вот серьезно. Это от любых сила. Болячек. Вот, да, душевных в первую очередь. Бед. И от всех бед. Радио 54. Первое областное радио.